45-летняя Бажена Рынска погрузилась в материнские хлопоты. Журналистка рассказала, как справляется с уходом за дочерью. У вдовы известного медиа-менеджера Игоря Малашенко в начале марта родилась дочь. Бажена воспользовалась услугой суррогатной матери. Журналистка назвала девочку Евгенией. Рынска публикует снимки наследницы на радость поклонникам. Бажена показала, как укладывает малютку спать. Новоиспеченная мама призналась, что ей пришлось повоевать с дочерью. Вечерний скандалевич завершился убедительной победой Евгении Игоревны. Мать ехидно взяла ее к себе в кровать, рассказала в Инстаграм Рынска. Очаровательная малышка восхитила Лолиту Милявскую. Она чудо, заявила певица. Поклонники поинтересовались у Бажены, почему она не хочет, чтобы Женя спала вместе с ней. А зачем скандалы? Пусть с мамой спит. В чем проблема? Удивилась одна из подписчиц звезды. Нехорошо. Приспать можно. Вот заснет и переношу в кроватку, объяснила журналистка. Рынска стала вдовой в феврале прошлого года. Игорь Малашенко совершил самоубийство в Испании. Бажена мечтала о ребенке от любимого мужчины, но из-за генетической тромбофобии не смогла самостоятельно выносить малыша. Звезда использовала биоматериал погибшего мужа для оплодотворения суррогатной матери. Бажена тяжело переживает утрату. Она убеждена, что Женя очень похожа на отца.